А в Воронеже потасовку устроил пьяный водитель. Активисты заметили подозрительный автомобиль, который то и дело вилял из стороны в сторону на дороге. Молодой человек признался, он был пьян и даже попросил прощения. Но разжалобить инспекторов не получилось. Он и его буйный приятель всю ночь провели в участке. У нас небольшое обращение от сказочного персонажа. Ну, в общем, послушайте, какие пожелания в адрес мой и наших активистов он высказал. Чё там, серый, еще не сгорел до конца? Нет, чё ты жиришка тоже? Бля, чё, ёпан? Да вы черти, ёпан, нахуй. Ну, ёпан, куда там пишешь, чё? Да чё, не сгорела еще машина? Думаю, полыхнёт. Ну, ты чё делаешь? Смотри, нахуй, выложишь меня в видео, тебе пизда, понял? Друзья, ну вот вы и посмотрели. То он должен понимать, что он тоже сделан из мяса. И все его друзья, которые разделяют его точку зрения, сделаны из мяса. И у всех есть имущество, так же, как и у нас. Так что не нужно рисковать ни своим имуществом, ни своим здоровьем. Давайте жить дружно. В шоке. Слушай, Фурсик, Фурсов Александр, да ты сыкун поганый. Черт ты, персонаж-то сказочный, а. Да. Я тебя слушаю, лошара.